Привет, друзья! В 2021 году мы не только обновили линейку наших чучел Softplus 3D, но также и обновили систему их крепления и установки. В данном видео мы говорим конкретно про систему крепления, про муляжи поговорим в отдельных видео. Здесь, как вы видите, сейчас используется система с фиксацией положения чучела. При этом его движение можно ограничивать. А раньше такую систему широко применяли североамериканские охотники, но в их случае крючок был выполнен из металла, приваренный к металлической стойке. Мы принципиально не используем металлическую стойку, потому что увеличивает общий вес, да и стоимость изделия тоже. Поэтому мы разработали вот такой вот крючок, который может фиксироваться на нашу легкую стекловолоконную стойку, которая очень прочная. При этом он передвижной, то есть вы можете фактически всегда поменять уровень натяжения, какой вам нужен. При штиле, при легком ветре можно ослабить натяжение, и тогда чучело будет легко двигаться даже от легкого ветерка. При сильном ветре можно натяжение увеличить и тем самым заставить чучело двигаться еще по меньшему углу. Вот. Также сейчас используется вместо лапок хлястик силиконовый. Вот так он выглядит для натяжения. Так, немножко подробней про стойку и про крючок. Вот так вот он выглядит. У вас здесь вот такое винтовое соединение, с помощью которого вы можете передвигать его вперед, назад и менять натяжение хлястика. Вот. Если его полностью зафиксировать, вот, то передвинуть его даже с большим усилием уже будет практически невозможно. То есть конструкция довольно надежная. Что собой представляет силиконовый хлястик? Это вот такая вот штука, которая фиксируется внутри муляжа. Вы ее можете удалить оттуда спокойно, обратно вставить. Она абсолютно матового цвета, идентичная цвету лап гусей, не яркая, не бликует. Вот такая вот. Силикон, очень хороший, эластичный материал. Вот я, допустим, возьму муляж. Вот он здесь. Мне надо извлечь его. Вот я извлек. А теперь обратно вставляю. Боком шляпку вставляю в отверстие. И все. Вот так вот. То есть он легко извлекается, но не легко выпадает. Надеюсь, данная система принесет вам больше удобства и повысит результативность на охотах. Всем пока. Спасибо, что вы с нами.